park even. You can see the soldiers behind me here sort of manning a checkpoint and the sound of shelling. We're just trying to get across. Just about 100 meters beyond this position is where we can see the wreckage of one of the blown up tanks. Everyone's just here to take cover. We just came under fairly, well, who knows how close, but we could hear the shells going over. This is a soldier. He's got in his pockets what look like these are the patches of soil. These are the patches he says he's taken from Russian Federation. From the Russian Federation. Can we see that one? That appears to have a Russian flag on it. These are from the Russian soldiers? Yes. So one of the soldiers has just shown me this. In the back of a police car. That's a British next generation light anti-tank weapon. It's one of the in-laws. Опять переключила. Ну что вы делаете? Что такое? Здравствуйте. Да вот. Давайте мы вас переключать. Давайте хоть пообщаемся, пару слов кинем друг другу. Ну вот, меня зовут Александр, я из города Харьков. Меня зовут Ольга, я из Великого Новгорода. Да, Ольга, может, о чем вы хотите поговорить? О чем? Да просто так. О чем вы хотели бы поговорить? Я ни о чем. Что вы хотели бы услышать? Вы знаете, вообще ничего. Я просто работал целый день, а сейчас отдыхаю. Отдыхаете? Так а что, у вас не хотят общаться или что? Да нет, просто как-то, знаете, оно ж там слово за слово, там я ему одно, он мне другое. Ругаются? Ну, как бы да. А тема-то какая, на какой тематике сказал-то? Ну, вы же, наверное, понимаете, о чем мы поговорили. Ну да, я поняла, ну, что, вот, наверное, видите. Военные действия связаны, да? Ну да, 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 да. Ну не военные действия, а вот это действия в рамках спецоперации. Понятно. Ну ясно. Не, мы беседуем просто ни о чем. Я понял. О чем-то таком говорить лучше не стоит. Потому что все события, новости все смотрят. Точно. Так не только новости. Я вообще вижу своими глазами определенные вещи. Какую? Ну, вот связанные с этой спецоперацией, понимаете. У вас это флажок Украины, да? Вы с Украины? Да, да, да. Город Харьков, я же вам сказал. А, ну-ну-ну-ну. А мы с России. Ну, так вот что, же. Ничего вас. Вас это не смущает? А что гадостей, меня должно смущать? А вы знаете, столько гадостей, вон говорят, по чат-рулетке. Вы знаете, ну, это глупые, неблагодарные люди, которые не понимают, ну, что такое молодежь. Благодарность, что такое справедливость. Молодежь. Они не понимают, что они делают. Угу. Я тоже с этим постоянно сталкиваюсь. Оскорбления, да, лица? Оскорбления, причем совершенно незаслуженные. Пустого места, да? Точно. Просто за то, что человек гражданин России. Ну, понятно. Да, это вы вообще с России, да? Нет. Город Харьков. Вы, наверное, забываете, да нет, то, что... Вы там родились, да? В Харькове, да, конечно же. Родился. Все понятно. Вопросов нет. Но я думала, может, в 1969 году, 26 октября. Понятно, как вы... Чутко так отвечаете. Ну, это так, просто что. Вы как будто, вы знаете, такой вот, как разведчик. Я просто очень добрый и очень хороший человек. И ничего не могу с собой поделать. Меня даже постоянно? За это ругают, постоянно причем. Скажите, пожалуйста, а вы часто в чат-рулетке-то сидите? Бывает, просто отдыхаю по вечерам. Ну, иногда бывает каждый день. Потом делаю перерывы.
Ну что, больше хороших людей встречается или все-таки отрицательные? Смотря где. Если в России, то, конечно же, хорошие люди. Ну а среди своих что там, не, там какие-то скандалы происходят? Ну я же говорю, что у нас люди забыли, что такое слово справедливость, правда, честь, достоинство, а знают только вот оскорбления и ложь. По факту. Ну, это, вот, это ложь сейчас... и оскорбление. Лгут и оскорбляют. Просто так причем. Я против этого. Конечно. Ну. Все люди. Конечно. Вот видите, сидим с детьми тоже, общаемся. Попадаются всякие. Ну вот. Что вот. Ну, опять же, таким не рассказывают в России люди. Они же действительно смотрят телевизор, СМИ там какие-то, те интернете. Они мне могут рассказать, что у меня тут в Харькове. Угу. Когда вы и сам знаете, да? Что происходит? Ну, я же не то, что знаю. Я же вижу только то, что я вижу. А картину вот так вот стратегически вот вокруг. Это же человек может гораздо лучше знать, чем я. Сейчас интернет же, вы же знаете, интернет есть такой сейчас. Так это понятно, что он есть, но не всегда в интернете правда, если что. Ну так это же с вашей стороны, это правда, а вот американцы же, вот это лгут же. Не, вы знаете, надо все равно, как говорится, источник информации-то он разный бывает, и бывает ложное там что-то. Ну, так я же говорю, есть официальные источники информации. Конечно. Ну, а есть просто ложь, мерзость и, ну, я даже не, давайте не буду об этом говорить, потому что просто нет даже приличных слов на эту тему. Лгут на каждом шагу. Вы ругаетесь, бываете, да? Ну, я же говорю, я против вот этой лжи, несправедливости, мерзости и подлости. Так вы знаете, вот мы сейчас перелистывали, много детей сидит сейчас в рулетке, много детей, молодежи. Вы-то, наверное, скажите... Но это неправильно, такой? Потому что по правилам чат-рулетки это нельзя. Надо с 18 скажите, лет. Ну, вы... вот у вас уже сын уж больше 18 лет, это же сын ваш. 19 человек. Будет. Ну, вот видите, значит, все правильно. Вот. Значит, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот вы общаетесь в чат-рулетке, там, наверное, молодежь одна попадается, да? Нет, 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 разные люди. Ну, я с... А? Если я вижу, что, ну, дети, я тут же переключаю. Так да, собственно говоря, о чем можно говорить с детьми, правда? Правда. Вот мы взрослые люди, нам всегда есть о чем поговорить. Ну да, ну вы там тоже как-то не переживайте так, что ж такого. Бывает в жизни несправедливость, но зло-то всегда побеждает добро, правда? Нет, не зло побеждает добро, а я все-таки надеюсь, что добро победит зло. Ой, извините, это я не так сказала. И что вы правда так? Всегда победит да, вот эту согласна. Подлость и мерзость. Бывают ошибки. И агрессию, и ну, не как-то... Не так сказала, да. Ну вот, так сказать, и эту и агрессию, победил. И злобу беспричинную... мерзкую, вот, так сказать, желание оскорблять, убивать и так далее. А с чьей стороны? Можно вопрос? Ну, а кто на кого напал? Говорите, кто на кого напал? Мы напали. Ну, вот, видите, ну, нет, ну, подождите, это вы из какой-то пропаганды вашей говорите. Какой пропаганды? Вот вы, я понимаю теперь, о чем вы говорите. Вы пытаетесь с людьми ругаться здесь, а не общаться нормально. Да, где? Вы что? Даша, вот мне даже... кажется, вы несправедливы ко мне. Он начинает даже гнать. Даже нет. Я-то нет. Это вижу. Даша, перестань. Это... Вы вот что имеете в виду? На то, что он агрессорами нас называет. Ты что, до сих пор не поняла? Россию. Нет, я вас спросил об этом. Я же говорю, а кто на кого напал? Вы намекнули, вы сказали агрессор. Ну, я против агрессии, против лжи, Даша, против несправедливости, это... нет, против нет, скажите, мерзости. Да? Владимир Владимирович Путин, как вам наш президент? Это великолепный руководитель и... великолепный руководитель и главнокомандующий замечательной армии.
Ну да. Ну. А кто на кого напал-то? Вот мне интересно, с вашей, как вы думаете? Ну как, Америка на хороших людей. Она же всегда нападает. Может ли Россия на кого-то напасть? Вы что? Не, ну я хочу сказать то, что, что происходит. Происходит это ужасные, конечно, вещи. Ну что ж. Не, ну подождите. Не хочется, это не смотря с какой вообще стороны посмотреть. Знаете, об этих вещах говорить надо глубоко знать все события. А не то, что я от равнодушности какой-то. Нет, я за людей очень переживаю, но я не политик. Я во многом не понимаю. И поэтому я рассуждать на эту тему даже права не имею. Так а вы спросите, и будет возможность, же ответим вам. Вы говорите, не понимаете? Нет, нет, я понимаю, что там гибнут люди, и все. И все, да. Ну, знаю, но вы же понимаете, что есть как бы, ну вот, сторона, как говорится, правды, это Российская Федерация, и есть сторона зла. Агрессии, подлости, лжи, это, конечно же, Украина. Но это же очевидно. А почему вы считаете, что Россия права? Ну как? Хотя... Подождите, ну мы же с вами выяснили, что руководитель вашей страны это замечательный главнокомандующий вооруженными силами России. Да. Почему это так и есть? Нет, не, просто знаете, что меня напрягает? Меня напрягает то, что вы живете в Украине, и вы так рассуждаете. Ну я же в городе Харьков, я же вижу все своими глазами. Вообще... Я же вижу замечательных российских военных, добрых, хороших людей. И вижу агрессию по отношению к ним. Они приехали на бронеавтомобилях, а их тут обстреляли, убили. Что это такое? Как так можно? Теперь в Харькове стоят сожженные бронеавтомобили «Тигр». Это зачем было сделано? Ну, понятно. А кто вам там что-то говорит? Вы знаете, я же на работе сижу. Тут у меня еще и другие люди. А, на работе нет. Это перегородка в мастерской, а тут есть ребята, мне помогают. Я работал целый день. Ну, понятно. Что вы это вот так похожи немножко на человека, который какую-то, я не знаю, что-то вот как-то вот вы такой... Ну, скажем так, что-то в голове есть. Что-то, да. И что-то незазомбированность. Точно. Я просто очень добрый и... умный человек, и всегда я за правду. Если я вижу, ну, какие-то мерзости, гадости, то я об этом открыто говорю. А телевизор это уже... А я против вот этого, вот, чтобы из телевизора что-то там вещать. Особенно, конечно же, из нашего телевизора. Когда нам показывают, например, там разрушенные в Харькове дома. А эти люди спросили, а почему эти дома разрушены? А может быть, это потому, что убили российских военнослужащих, которые приехали в Харьков? Зачем их надо было убивать? Зачем надо было танки жечь? Бронеавтомобили, бронетранспортеры? Что это такое? Что это за мода такая, это самое? Брать и убивать людей. Просто так. Просто потому, что он российский военнослужащий. Ну, измывали же 8 лет как-то. Так, и там. А сейчас что началось? Не только ну, издевались, да. А сейчас что началось после этих 8 лет? Я же говорю, началась спецоперация, и давай тебе, понимаешь ли, убивать русских, россиян. Что это такое? Я сам видел, как вот это преступление совершалось. Как подбили танк, как сожгли бронетранспортеры. У нас в Харькове вот по улице можно ходить, ехать, стоят сожженные бронетранспортеры российские. Так на них еще всякие гадости понаписывали. Не от великого ума люди. Не, я вам говорю, что это вообще, так сказать, такая была глупость. Извините, пожалуйста, а у вас нет там фоток, видео? Есть фото, видео. А можете показать? Со своего смартфона? Показать вам? Да.
Да. Ну, сейчас мне вот знакомые дадут смартфон. Хорошо. Давайте сейчас спросить, а вы не думали о переезде? В Россию? Да. Нет. Ну или без разницы куда. Нет, мне просто очень Харьков нравится. А часто у вас перестрелки? Ну, я же говорю, после того, как... Вот, например, смотрите, вот это российский военнослужащий. Это с моего смартфона. Вот видите, убитый российский военнослужащий возле бронетранспортера. Это ага. Я был в этом месте и сам... Это же вот мои фото. Чуть-чуть перевернуть. Ну, вот так оно будет отсвечивать. Вот так, видите? Это российский военнослужащий в российской форме. Видно, что это, ну как... Я сделал эти фото. Вот бронетранспортер, вот это окраина Харькова, вот еще. Угу. Видите, взяли и убили. Не показывайте, я начну сейчас расстраиваться. Вот смотрите, Z. Видите, Z. А вот надпись Харьков, вот здесь не очень хорошо видно, но видно, что надпись Харьков. Это окраина города Харькова. Это ваш бронетранспортер, я там был вот после этого боя и видел это все. Так они до сих пор трупы ж лежат ваших военнослужащих, ваши не хотят их забирать. Вот смотрите. Это вам что сказали? Нет, может быть, дело не в том. Не забирают. Вот видите, убитый ваш военнослужащий. Все, можете не показывать. Мы поняли. Я просто вам сейчас показываю. Видите, они последовательно идут, эти фотографии. Вы видите, что это же мои фотографии. Это не из интернета. Нет, ну, ниоткуда. Такая просто у меня мама переживательный человек. Можно, пожалуйста, вот это не показывать? Мы-то можем спокойно на это... Нет, просто вы попросили, я же вам не навязывался это. Вы попросили показать, я вам показал. Мы попросили больше не показывать, мы поняли. Я понял. А 100 вы сожженных бронетранспортеров стоят в городе Харьков. Сожженных бронеавтомобилей «Тигр» стоят в городе Харьков. Они заехали и были уничтожены, сожжены. Англичане дали такие оружие. Это называется НЛО. Это гранатомет, который уничтожает бронетехнику. Вот у меня даже, смотрите, видите, вот крышка этого ужасного оружия. Вот это упаковка. Ну, я занимаюсь этими вещами. Я просто с поля боя вынес вот эту вот крышку. Ну, как символ вот этой вот агрессии и убийства ни в чем не повинных людей. Это крышка от НЛО. А, все уже, да?